насколько вообще сильны работники предприятий? Вот Фосфорит, Еврохим и сопутствующих предприятий. Можете сказать? Ребят, которые приходили в Сахалинку, еще будучи молодыми школьниками, вот они сейчас выросли. Пришли очень молодцы. Я рад видеть 11 команд. Я очень рад столько видеть. Каждый, практически каждый цех Фосфорита принял участие. Это радует. Неплохой. Я скажу, что ляпов не вижу. Играют без нету такого, чтобы совсем были. Одной рукой играть надо, часы нажимать. Есть. Уровень почти у всех. Средний уровень и незнаек нету. В моем такое выражение, незнаек точно нету.